Есть отдельная категория, да, вот людей, это психопаты, да, вот как бы. Это, по сути, люди войны. Путин психически, насколько он здоров, нездоров? Говорит, военный, если ты можешь стрелять, то оставайся. Если ты не можешь, то лучше не путайся под ногами. Многие люди, они находятся в состоянии какой-то вот перманентной паники. Тут я боюсь, что нужно форматировать. Есть такой термин декапитация, да? То есть отсечь голову. Ну, то есть, а голов там много. Вот только двуглавого орла, да сколько их? Максим Риуцкий, 42 года, коренной днепровец. Психолог, психотерапевт, ученый, волонтер, специалист по осуществлению информационно-психологических операций и деструктивных и радикальных организаций. Опыт работы 19 лет. Максим, добрый день. Рада приветствовать вас на программе «Правда». К сожалению, встречаемся мы во время войны, поэтому и тематика у нас будет военная. Вот военная психология, проблемы с психикой во время войны. Скажите вообще ваше мнение. Война делает человека сильнее, слабее, ломает его. Как люди, вот какими они выходят после войны? И сильнее, и слабее. И ломает, и укрепляет. Причем здесь абсолютно непрогнозируемо заявить, что вот сильный человек станет сильнее, слабый сломается окончательно. Бывает наоборот. Бывают люди, которые держали удар долгое время, да, оказавшись в ситуации, где от них ничего не зависит, там летят ракеты, бомбы, снаряды, полностью теряются. Бывают люди, которые тревожны настолько, что сохраняют жизнь любой ценой, да, вот до параноидального тревожного, там, до параноидального беспокойный, вдруг быстро адаптируется, быстро принимает правильные действия, да, спасает жизнь свою, спасает жизнь окружающих людей. То есть не прогнозируешь сразу. Ну, есть отдельная категория, да, вот людей, это психопаты. Да, вот как бы. Это, по сути, люди войны. Если они оказываются в подразделении, да, то есть они приходят убивать, и чем больше их подразделений, тем больше подразделение выживает. Поскольку они действуют, как они, действуют адаптивно, понимают, что мы тут пришли не играться, да, а выживать, сражаться, убивать, сопротивляться любой ценой. Вот. И для психопатов, ну, извините за такой парадокс языка, да, там, в хорошем смысле слова, вот, за ними на самом деле очень часто идут люди и выживают. Поэтому для этой категории сейчас наступает золотое время. Как понять, что человеку нужна помощь специалиста? Вот сейчас война уже месяц идет, и некоторые люди, адаптивные, да, они принимают действительность, они адаптируются, они пытаются помочь даже окружающим, но некоторые люди находятся, кто-то в агрессии, кто-то в прострации. Как вообще вот понять, что с человеком что-то не то и ему нужна помощь? Мы с вами находимся в состоянии длительного стресса. Ну, вот уже прошел месяц этого стресса, да. Ну, это, конечно, не боевой стресс, но, тем не менее, это эмоционально очень тяжело. И на начальном этапе есть мобилизация. То есть мы собираемся в силу, да, до какой-то высокой точки. То есть мы сопротивляемся, боремся, пытаемся улыбаться, поддерживать, да. Потом идет плато. Мы удерживаем состояние некоторое время, но потом все равно любая, даже самая сильная нервная система начинает потихонечку истощаться. То есть сейчас, спустя месяц, мы уже видим, что некоторые люди начинают эмоционально выгорать. Ну, самое страшное, да, это вот два крайних проявления. Первое – это шок, когда человек оглушен, не может рационально действовать, да, там хаотично себя ведет, там говорит странные вещи, да, там не реагирует на опасность, да, вот тут он опасен для себя и окружающих. И второе – это уже полное эмоциональное истощение, ступор, когда человеку уже все равно. Это уже запредельное торможение, где человек уже тоже не оценивает опасность, не реагирует на сигналы и может погибнуть сам и, к сожалению, захватить с собой на тот свет того, кто пытается его расшевелить, как бы, и спасти. В обоих ситуациях крайних уже, конечно, необходима помощь специалиста, и даже уже не психолога, а, возможно, специалиста с психофармакологическим профилем, то есть врача-психотерапевта, врача-психиатра. То есть, а вот. Можно ли на каких-то
этапах, когда еще не пришло крайнее состояние, как можно помочь человеку, да, вот помоги себе сам или окружающему, как можно человека выводить из этих состояний или не допустить, чтобы он ушел в крайнее состояние? Ну, есть ситуации там экстренной психологической помощи, различные техники, ориентированные на заземление, чтобы человек вот вошел в свое тело, да, вернулся обратно. А то это есть, каким образом? Ну, банально, если мы находимся, допустим, в ситуации, где все еще что-то взрывается, да, там происходит вокруг, мы говорим человеку, посмотри, пожалуйста, вокруг 5 предметов, которые ты можешь увидеть. Там 4, там, до которых там, ты можешь дотянуться. Там 3, там, которые там, можешь ущипнуть или потрогать, или, да, там 2, которые можешь понюхать, 1, который можешь укусить. Да? То есть, опять же, что еще заземляет? Сильные телесные ощущения. Да, допустим, там теплый чай, да, там похлопывание по плечам, обнимание, там вот есть много техник на это рассчитанное. Ну, стандартная практика вот американских специалистов, да. Can you hear me? Слышишь ли ты меня? Can you see me? Видишь ли ты меня, да? Там, как ты себя чувствуешь, кто ты? То есть вернуть человека в тело, ну, в принципе, чтобы он отвлекся от всего происходящего и смог осознать, что он все-таки здесь, не размазан по всему пространству, а находится в себе и в теле, и дальше. Можешь ли ты идти, можешь ли ты вести огонь, там, можешь ли ты, требуешь ли ты помощи, да, там нужно ли накладывать тебе повязку, там, жгут, да, турникет и так далее. Ну, и, конечно же, можешь ли ты еще вести бой, чтобы еще и меня с собой не прихватить, да, поэтому это стандартная практика, там эти 5 пунктов, которые описываются в протоколе, там, до медицинской эвакуации, да, они тоже касаются психологии, психология там тоже есть. Есть такое понятие, как посттравматический синдром. Вот этот посттравматический синдром, он появляется только у участников боевых действий или у тех людей мирного населения, которые пережили бомбежки, которые пережили военные действия, которые вот они были свидетелями, либо там, не дай бог, участниками. Этот посттравматический синдром, какие у него проявления, насколько они отдалены по времени, можно ли их распознать и что нужно делать непосредственно вот сейчас? Ну, смотрите, большая часть из нас проснулась от взрыва 24 числа, да? Вот как ваши реакции в этот момент перестроились? То есть, по сути, конечно же, определенный момент эмоционального травмирования был у всех, кто, по сути, услышал первые аккорды этой необъявленной войны, да? Вот. Ну, точнее, уже горячей фазы. И, по сути, вот мы сейчас все там напряженно реагируем на громкие звуки, да, там на... То есть, это, конечно же, еще не жесткий вариант ПТСР, но это уже обостренное реагирование, это уже проекция вот того первого опыта на наше текущее состояние. Сам ПТСР в классическом виде – это вот флешбеки, да, когда человек полностью возвращается в состояние, вот где пережил какое-то страшное, острое событие, потерю близкого, там, да, там, обстрел, то есть вот полностью состояние паники, дезорганизации, да, и так далее. Это жесткий вариант. Но сам ПТСР опасен не тем, что вот можно в это время возвращаться, там, или просто там шарахаться от громких звуков и так далее. Тем, что со временем, из-за постоянного напряжения нервной системы и вот этих вот острых фаз, да, он может перерасти в более серьезные, ну, и психологические, и психиатрические проблемы. Но самый распространенный вариант – это депрессии, алкоголизм, наркомания. Ну, в некоторых вариантах, вот я сегодня читал, да, американские разработки, вот, клиники Моцли, вот, мой любимый справочник, вплоть до того, что в итоге ПТСР может даже привести к полиморфным расстройствам. Ну, то, что называют вот, в быту шизофренией, да. Но не будем прогнозировать так печально и далеко, но последствия могут быть глубокие. Поэтому недооценивать реабилитацию человека, бывшего там, будь то переселенец, там, житель Мариуполя, да, или Харькова, или Волновахи, там, или боец, который вернулся на ротацию, ни в коем случае нельзя. То есть, ну, для бойцов есть вообще отдельная процедура. Подразделение, которое вернулось из зоны боевых действий, должно пройти декомпрессию. То есть, как минимум, серию дебрифингов, да, в кругу вот с психологом, либо гражданским, там, либо военным, где просто, ребят, расскажите, что были, что, как там все это было, да. Вот, как происходило, да, как вы участвовали бы, там, кого видели, там, кто погиб, да, кто был ранен, там, то есть, ну, это должно проводиться. Ну, и, в принципе, как показывают исследования, люди, даже самые стойкие, не могут воевать больше, чем 6-8 недель. То есть, все равно потом необходим вывод в мирное пространство, необходимо какое-то переключение. Потому что, ну, как бы, да, мы знаем, там, что в прошлые войны люди воевали, там, и 2, и 3, и 5 лет, да, мы просто не знаем тех последствий, с которыми они вернулись, да, потому что была другая страна, другая мораль и другие ценности. Вот. Сейчас, конечно же, люди воюют больше, чем 60 дней, да, и они должны выводиться, должны проходить реабилитацию, должны. Это не просто, как бы, вот, пожелание, да, там, утопическое, это must have. Потому что по-другому потом мы будем их спасать. А это очень ценные люди, да, они умеют защищать нас, умеют воевать, как бы их нужно сохранить.
ну, хотя бы для того, чтобы они потом обучили следующих? Сейчас, вот даже когда я общаюсь с разными людьми, вот и звонят, и там приходят, у многих людей, ну, кто-то держится, да, а многие люди, они находятся в состоянии какой-то вот перманентной паники, то есть вот все хорошо-хорошо, потом достаточно какого-то там поста в Фейсбуке, сказанного слова, информации в группе в Вайбере, и все, у людей начинается паника, то есть вот первые взрывы в городе, сразу там идет огромная партия людей уезжать из города. Как бороться с паникой, как различить реальную информацию от того, на что не нужно реагировать прямо вот здесь, сейчас и какими-то спонтанными действиями. Вы очень правильно обозначили вот реакции, да, бей, беги или замри. Вот есть люди, которые выбирают что-то из этого. Да, те, кто убежали сразу, ну, как бы, пускай все будет хорошо, да, пускай они чувствуют себя в безопасности, возможно, там они смогут нам помочь, там, привлекая внимание общественности, да. Но есть люди, выбравшие реакцию «бей». Ну, мы знаем, где они сейчас, да, и мы им помогаем в том числе. Есть те, которые выбрали реакцию замирания. Те, кто выбрал реакцию замереть, ну, что ж, мы не можем это обсуждать. Нервная система сохраняет себя как может. То есть это, ну, одна из форм защиты. Но, конечно же, да, у них тоже есть некоторые компульсии, там, навязчивость. Они постоянно роются в соцсетях, там ищут. Я всегда говорю, найдите 1-2 источника, где для вас самые конструктивные новости. Ну вот там, то есть порталы хороших новостей, да, там в Украине уже есть такой вот сайт, я смотрел специально, вот есть уже, то есть, ну, вот ищите то, что для вас безопасно. Ну, информация в Вайбере и так далее, это вообще весьма сомнительная информация, поскольку там много провокаторов сейчас, много взломанных аккаунтов, цели вполне понятны, да. Еще до начала всего этого я говорил людям, у которых была паника, говорю, у вас есть чемоданчик тревожный? Да. Вы переберите его еще раз. Ну, мало ли, там, доксерить что-нибудь, там, досканировать, да, там, дособирать, там, говорю, у вас есть, говорю, ваше накопление, там, вот, на черный день, да, там, неважно, консервы, там, или деньги, да, посчитайте, посмотрите, удобнее разложите, там, купюры, там, поменьше, повыше, да, купюры покрупнее, там, зашейте себе в трусы, да, то есть, если есть консервы, чудесно, переберите, что-то испортилось, возможно, надо выкинуть, там, или сходить в магазин, купить что-нибудь новое, да, там, что-то. То есть, с годами технология, что что-то делать руками для того, чтобы спасти мозг, то есть, помыть полы, постирать. Рука – это вышедший наружу головной мозг. То есть, если мы будем его слегка шевелить, он будет тоже уставать. То есть, и когда я говорю, пойдет что-нибудь руками, монотонная деятельность через час-два истощает любого, даже самого деятельного человека. Отлично. То есть, стирка, уборка. Вот окна помыть надо, кстати. Вообще, весна уже пришла. Пасха скоро. Да, то есть, без вариантов. Поэтому даже заклеивание окон – вообще отличный спорт. С одним скотчем заморочитесь так, что… Вот, то есть одно окно займет много сил и нервов, а может, на второй этаж уже и не захочется. Любая монотонная деятельность, она полезна. Отлично. Сейчас в каждой школе волонтерский склад. В каждой школе плетут сетку. Вот, скажу честно, в перерывах там между работой и прочими своими занятиями сейчас я спокойно схожу к детям плести маскировочную сетку. Отличная истощающая штука. Нарезать, покрутить, завязать правильные узлы. Сегодня можно найти кучу... Мало того, вы там не одни. Там люди, у которых есть цель. Которые мотивированы, которые поддержат вас, которые научат вас. То есть, ну, варианты есть. То есть, насколько я правильно поняла, любому человеку, который находится, или мы видим, что он находится в состоянии депрессии, в панике и так далее, и вообще, в принципе, любому человеку, который сейчас находится здесь, если есть такая который возможность... Который замер. Да, да, ему нужно несколько часов в день прям вот заниматься любым физическим либо спортом, либо общественно полезной деятельностью, либо там убирать квартиру. Ну, что-то ему нужно копать, рубить дрова, вязать сетку, ну, без всякой иронии. Ну, конечно же, если мы видим, что человек ушел в глубокий ступор, как говорят врачи, да, то есть там не реагирует, не питается, не пьет воду и так далее, ну, это уже звоночек. То есть бывает так, что люди выбирают ситуацию, ну, извините, закапсулироваться, замумифицироваться. Это уже опасное. Ну, отказы от еды, там, питья и прочее, вот такое самоуничтожение, тихое самоубийство. Это уже, конечно, опасно. Вот тут, конечно же, уже... Тогда нужна помощь психиатров. Конечно, тут уже без вариантов. Только человек отказывается от базовых потребностей, как бы, ну, это уже тревожный симптом. Только врач-психиатр, только правильно назначенное лечение. То есть здесь психологи уже, ну, не помогут. Как для меня очень важная тема, которая сегодня волнует огромное количество людей, которая на слуху,
это чувство вины. Чувство вины, которое огромное у тех людей, которые уехали, испугались, увезли детей, просто по каким-то причинам покинули Украину. У них свое чувство вины, потому что они не понимают, правильно они поступили, неправильно, близкие здесь, там кого-то они оставили, просто они оставили дом, ну, мы понимаем, да, откуда у них чувство вины. То же самое чувство вины у тех людей, которые здесь остались. Правильно ли они сделали? Может быть, нужно было уехать? Может быть, нужно было спасать там своих близких? Получается, те, кто уехали, у них свое чувство вины, нерешенные вот вопросы. Те, которые остались, у них свое чувство вины. Те люди, которые вынуждены стрелять, это тоже это свои, своего рода, ну, человек переступает, да, через себя, через свое человеческое. И все равно он испытывает какие-то чувства, которые его разрушают. Как быть с чувством вины? Ну, есть такое понятие «вина выжившего», да, или «вина спасшегося». Ну, оно сейчас будет вот в отношении всех людей. Те, которые уехали, ну что же, знаете, как говорят военные, если ты можешь стрелять, то оставайся. Если ты не можешь, то лучше не путайся под ногами. Потому что когда мы начнем работу, как бы, да, то есть отвлекаться на спасение людей, которые некомпетентны и прочее, ну, мы погубим себя и не стоим страну. То есть, возможно, в чем-то эти люди тоже поступили правильно, да, то есть, понимая, что не могут пригодиться здесь никак в ситуации активного сопротивления, да, то есть, ну, я знаю людей, которые там в 50-60 лет сейчас призываются, ни разу не видев автомата. Ну, то есть, я слабо представляю, как бы, да, что... Чем они могут быть полезны? Ну, к сожалению, то есть, просто, да. Я в этой ситуации полагаю, что нужно пытаться быть там, где вы сможете быть эффективным. Ну, за рубежом можно заниматься волонтерством, можно просто с флагами выходить на протесты и требовать закрытия неба, да, то есть или просто требовать помощи. Ну, можно слать помощь. Ну, сейчас несколько из моих там очень деятельных коллег остались за рубежом, но не смогли выехать по определенному. То есть там они сейчас организовывают митинги, да, закупают волонтерскую помощь там. Ну, некоторые там уже полторы недели добираются из мест отдыха и так далее. Но по пути успевают там заехать в общины, да, там, в диаспоры, там, собрать помощь, приехать сюда уже с оборудованием на взвод вояк, да. То есть, и вы можете что-то сделать? Ну, для меня всегда пример вот Джона Корнуэлла очень иллюстративен, да, это юнга британского флота, который во время боя был ранен смертельно. И расчет пушки был убит, но до конца боя он поднимал и опускал ствол своей пушки. Это все, что он мог делать с перебитой рукой, как бы и смертельно ранен. Но до конца боя вот пушка на крейсере поднималась и опускалась. То есть вот он делал то, что мог, ну, пока не истек кровью. Вот. Поэтому делайте все, что можете, до последних сил. Ну, а если не можете, то, ну что ж, тогда кто-то сделает лучше вас. Но, конечно же, те, кто останутся, тоже будут испытывать чувство вины. Кому-то повезет, да, он победит, уцелеет в этой войне, там, но не уцелеют его близкие. И их родные, да, будут тоже спрашивать у него. Но опять же, да, у нас тоже вот не совсем простроенная система оповещения о потерях, да, и так далее, как бы. То есть до сих пор это вот функция вот похоронки, да. То есть нам бы учиться у Израиля, да, когда сообщают не просто побратимы, сослуживцы, да, там, а специальная служба, которая приходит и сообщает вот стуком в дверь, да, что есть такая ситуация. То есть, ну, это еще будущее нашей психологической службы, я думаю. Мы к этому идем, и формируются определенные наработки, но пока они вот на уровне научной фантастики, скажем так. А кто наиболее уязвимый в психологическом, психическом состоянии? Вот, люди какие? Старики, дети, женщины, военные? Вот кто тяжелее это все переносит? Можно ли так? Вот, Ну, я бы все-таки, конечно, занял бы сторону детей, потому что война забирает лучшее время, война забирает впечатления, война вот испортила день рождения моему сыну в этом году. То есть, да, были определенные планы творческие. Но я бы, конечно же, в общем-то, делал бы все, чтобы уделить их реабилитации, их поддержке и помощи им максимум. То есть, возможно, да, то есть, возможно, все-таки люди, которые уехали от войны, да, сделали все, что можно для своих детей. Старики, ну, что вам сказать, чисто на уровне психической организации, это категория людей, которые более внушаемы, да. То есть в этом плане, конечно, на них обрушивается ну, огромный объем противоречивой информации, и они сами нестабильны, да, они сами ну, раздерганы и могут, честно говоря, расшатывать всех вокруг. Поэтому, опять же, да, вязать сетку.
Ну да. Перебирать тревожный чемоданчик, там, да, там, ну, делать там запасы для военных, да, вот тот же сублимированный борщ, который сейчас снова вот стали производить, там, эти вот сухие замороженные. То есть все, что угодно, чтобы не расшатываться, не расшатывать себя и не выбивать фундамент у своих близких, которые тоже озабочены вполне житейскими хлопотами. Кто-то воюет, там, кто-то работает и так далее. Вот две категории, которые больше всего страдают. Ну, военные сейчас в той среде, к которой они готовились. Угу. Ну, вот сейчас вот, ну, это не золотое время ни в коем случае, но это время, к которому они готовились. Вот теперь они могут делать то, что они умеют делать лучше всего. Давайте им не мешать, давайте не путаться у них под ногами, давайте помогать. То есть так, чтобы у них был тыл. Вопрос беженцев. Как нужно разговаривать с беженцами? На что нужно обращать внимание? И какая основная проблема вот, психологическая у беженцев и с беженцами? Смотрите, когда это просто беженцы, пока что психологическая помощь на начальном этапе им не нужна. Вот когда у человека... Ну, помните вот ценности по Маслоу, да? Не пирамиду, а именно вот систему ценностей. Да. Пирамиды никакой не было, он не придумывал. Базовые потребности. Накормить, напоить... дать, извините, помыться и сходить в туалет, обеспечить безопасность, ну, хотя бы на уровень там чистой постели, да и комнаты с убежищем, да, там и так далее. Где-то вот там, через следующий этап, вот, только тогда уже можно психологов подключать. То есть вот в первые 2-3 недели психологи вообще никому не нужны. То есть мы только переходим в рабочий режим, да, в военный режим. Вот переходим на рельсы военной экономики, военной психологии, да. Вот потом уже, да, вот сейчас уже появляются первые моменты, где возможно уже потихонечку включаться и психологом. Прошлые 3 недели я для себя тоже, я выключил психолога в себе, я включил другие функции, да, вот. И сейчас потихонечку я вижу, что вот уже есть ребята, с которыми можно поговорить. Угу. Ну то вот есть. Смотрите, вот откуда появилась информация о том, что некоторые беженцы, особенно те, которые выехали из Украины, они ведут себя там не так, как бы хотелось, да, не, скажем, такой эталонный образ беженца, а что-то там требуют, либо агрессивные, либо там еще какие-то. Но понятно, с одной стороны, это часть информвбросов, но есть действительно все мы разные, все мы ведем себя по-разному. И какие, скажем, так, психологические проблемы, вот, которые беженцы несут с собой, почему вот, они иногда ведут себя, ну, скажем так, неадекватно? Вот на что нужно обращать внимание, чтобы понять, что этому беженцу нужна психологическая помощь? Ну, смотрите, есть всегда главное правило. Да, обращайте внимание на тихо, скромно, спокойно сидящих, да, а не тех, кто много шумит. Потому что тех, кто много шумит, у них силы есть. У них есть силы, есть энергия, есть даже, ну, извините, наглость иногда даже. То есть, ну, наглость тоже города берет. Всегда, если психолог оказывается, да и медик, и психолог, вы должны понимать одинаково, что те, которые сидят максимально спокойно, максимально незаметно, максимально никому не мешают, возможно, им сейчас хуже всего. Возможно, они уже до конца выгорели, до конца опустошены, и, может быть, даже уже находятся, как говорят врачи психиатры, в пограничном состоянии, ну, за которым может быть скат в более глубокие формы того же расстройства. То есть вот, вот на этих вот нужно обращать внимание сразу. У нас просто глаз наметан, да, что у военных парамедиков, что у психологов, там, работающих в местах там, массовых катаклизмов. То есть они всегда знают, что вот те, которые спокойнее всего, там, типа, никого не мешают, никого не беспокоят, вот к ним вот как раз и нужно. Подойти, спросить там, как ваше самочувствие, как ваши дела, да, давайте поговорим, давайте, там, ничего ли вы там, чаю, там, бутерброд, да, то есть не хотите ли. Вот эти как раз требуют. Ну, а то, что мы получаем вот сведения про мажоров в дорогих ресторанах с красной икрой, вы же понимаете, что это информационные вбросы, да. Ну, поссорить нас между собой, да, сформировать негативный имидж наших партнеров, которые выложились основательно для того, чтобы принять такое количество переселенцев. Ни в коем случае, как бы, ну, ну, это попытки нас же поссорить, столкнуть лбами. Ну, причина самая простая, да, материальное положение. То есть вот так всегда в Украине сталкивали лбами. Это тактика соседней страны-агрессора, которая всегда выстраивала все столкновения и резни на фоне материальных разниц в достатке. То есть это их тактика, это четко видно. Как людям можно пережить потерю дома, имущества, того образа жизни, который они вели десятками лет? И самое главное, как они могут пережить потерю своих родных, близких? Можно ли им помочь
посторонним людям, которые оказались рядом с ними, вот не будучи родственниками, не зная этих людей, вот есть ли какие-то методы, которые могут людей вывести из состояния острого горя? Ну, в острой фазе помочь невозможно. Только если человек в острой фазе опасен для себя, то есть может что-нибудь сделать с собой, да, там, имеет доступ там, к оружию или еще к чему-то, конечно же, здесь должны включиться врачи-психиатры и что-нибудь сильное успокоительное уколоть или дать. Ну, то есть только так. На самом деле горе и утрата, и любое горе принимается в сроках, которые культурально обозначены нашей с вами реальностью. Это 9 дней, 40 дней, полгода, да. Но, разумеется, как это прожить, да? Но если человек погиб, да, то, конечно же, попрощаться с ним, ну, полностью. Ну, вот все эти этапы пройти, отгоревать, отголосить, ну, пережить, может быть, даже напиться. Ну, только в безопасной среде с безопасными людьми, да? То есть после чего, через определенный срок, ну, хотя бы там неделю, там, ну, 9 дней вот пресловутые, да, попытаться уже как-то начать работу. Но главное человека не оставлять в одиночестве в это время, чтобы кто-то был. Потому что, опять же, да, ну, вот, объективно попытаться чем-то занять. Но, опять же, не в первые часы, не в первые дни. Да, то есть, ну, и, конечно же, самое эффективное – это включиться в деятельность по помощи тем, кто находится, возможно, в таком же, или, ну, я уже не знаю, конечно, может ли быть что-то худшее, но похожее состояние, да, или худшее. Тогда мы обретаем силу. Мы понимаем, что вот, вот человек все цепляется за меня, да, там, смотрит на меня с ощущением желания помощи, а я могу ему это дать. Ну, потому что мне уже некому это отдавать, да. Ну, мы еще увидим, как будут массово усыновлять там детей, родители, потерявшие своих детей, да. Вот, многие люди там уже сейчас, да, там усыновляют, дают поддержку и так далее. То есть мы, ну, это все мы увидим. Это вот эта вот особенная ментальная черта нашего народа, которая позволяет нам выживать, да, то, что мы, ну, друг другу всегда не чужие. Всегда там девушка помоложе, да, для пенсионера это дочка, да, там всегда там ровесник это братишка, да, то есть там, то есть всегда это как бы, это еще позволит нам ресоциализироваться. И тем, кто потерял, и тем, у кого погибли, да, то есть, ну, это будет очень мощно, это будет очень, очень здорово, да, то есть и мы сим победим, как пишут классики. Война очень сильно обнажает человеческую натуру, человеческое нутро. Как все самое худшее вылазит, так и люди раскрываются, некоторые с таких сторон, что ты просто не ожидал. Есть ли какие-то общие правила, может быть, советы, я не знаю, там, рекомендации, как во время войны оставаться человеком, как в себе сохранить человеческое, эмпатию, сострадание, умение видеть не только черно-белое? Ну, смотрите, задача во время войны предельно простая – выжить. Ну, выжить у всех. Это касается и женщин, и мужчин. Тут нет какой-то особой. И, конечно же, там для своих, за своих и так далее мы можем вести себя порой агрессивно. И... Но, опять же, не забывать, что все-таки есть какие-то такие базовые добродетели, которые все-таки вам присущи. Ну, то, что для вас является, ну, скажем так, каким-то культурным эталоном, да. Ну, надо ориентироваться, прежде всего, на свою систему ценностей. Ну, которые у вас есть. Ну, не знаю, там, да, там, не бросать своих, да, там, быть честным, да, там, ну, может быть, не убивать. Ну, если это касается не ситуации, да, там, взаимодействия с врагом, да. Вот, то есть, это ориентируйтесь на свою шкалу ценностей. Ну, то есть, прежде всего. Если там есть какие-то значимые, ну, моменты, то старайтесь их сохранить. Ну, и, конечно же, если вы в коллективе, да, а выживать все-таки лучше в коллективе, ну, там тоже будут свои нормы. Некоторые из них потом станут вашими тоже. То есть, ну, все равно в этой ситуации запомните, что ваша задача – это выжить. Если говорить о войне и о главном виновнике этой войны, о Путине, вот ваше мнение, мне сложно назвать его человеком. Критериально, вот, да. Путин... психически, насколько он здоров, нездоров? Что с ним произошло, что вот человек начал то, что он начал? Понимаете как? Любой диктатор живет в плену своих страхов. Ну, он боится все равно. И поэтому, чтобы ему не так было страшно, он делает так, чтобы боялись все. Боялось окружение, боялись люди вокруг, боялся мир вокруг. Да? Там, радиоактивного пепла, там, ядерной дубины, да, там,
там, бактериологического, какого угодно оружия, да, там, гиперзвуковых ракет, да, до чего угодно. Вот. Плюс обратная сторона. Окружение вот такого вот башка, да, формирует вокруг него пузырь, где все хорошо, мы всех побеждаем, у нас все замечательно, все идет по плану, да? Да, да, да. Да, и вот, ну, походу, перестарались ребята. Угу. Да, но опять же, от того, что перестарались, реакции же не меняются. Как это? У нас все замечательно, мы побеждаем по всем фронтам. То есть, и это вот синдром такого отрицания. Ну, это защитный механизм по Фрейду, да? Нет, ничего подобного, их там нет. Но он до сих пор находится в иллюзии, что у него все хорошо. Вот вы же психолог. Вскрытие вот если покажет. Посмотреть его жесты, как он себя ведет во время там, редкого общения с своим виртуальным там, окружением или выступая на публике, вот что с ним? Вот какое у него психическое или психологическое состояние? Понимаете как? Жесты в психологии не могут быть предметом анализа, к сожалению. Нет ни одной научной работы, посвященной анализу жестов, мимики и со сколь-нибудь там валидным подтверждением, но мы видим то, как с годами, ну, в силу, объективно, наверное, и возрастных процессов, да, этого информационного пузыря, где все потрясающе, победили весь мир, да, ну, потихонечку заостряются вот те вот патохарактерологические черты, то есть они уже проступают, они уже заострились, да, они уже протыкают информационный пузырь и вылезают наружу. То есть, ну, с годами мы не становимся лучше. И то мерзкое, что было в нас, оно обнажается, заостряется и мешает. Плюс механизм отрицания реальности, который включился уже 8 лет назад, да, мы его видим. То есть, ну, в некоторых случаях еще Фрейд писал, что отрицание может довести человека и до вот той пресловутой шизофрении, о которых мы с вами говорим. Но если человек болен, если человек диктатор, если человек, ну, в конце концов, он садист, там, ну, у меня очень много эпитетов, не все из них... Я поддерживаю любой из ваших на сегодняшний день. Угу. Почему его окружение не изолирует его? Почему оно... ну, он же не просто социоопасен, он опасен для мира. Мое любимое выражение «як и ехало, так и издыбало», знаете? Ну, окружение такое же. Я не уверен, что ситуацию спасет кто-то из его окружения, который вот... это, скорее всего, будет просто следующий подсудимый на Гаагском трибунале, понимаете? Ну, будет один, будет второй. Помните, кто-то вот хотел быть после Гитлера, кажется, Геббельс, да? Но он тоже испугался и покончил жизнь самоубийством вместе со всей своей семьей. Там потом была идея еще кому-то передать полномочия фюрера, да, потом еще, в общем, в итоге, кажется, повесили Дёнитса до контр-адмирала, если я не ошибаюсь. То есть, ну, не будет никого лучше. То есть, со смертью Путина его окружение не перестанет вести вот такую вот людоедскую политику? Может быть, на время, да, или как бы так, или, ну, тут я боюсь, что нужно форматировать, есть такой термин, да, декапитация, да, то есть, отсечь голову. Ну, то есть, а голов там много, у только двуглавого орла, да, сколько их? Да, вот. Ну только Гаагский трибунал. То есть, да, ну мы видим, как бы это просто будет, ну, это может быть на время какое-то улучшение, но потом снова. Потом, опять же, ну, или в лучшем случае, когда на самом деле окажется, что мы не всех победили, да, народ сам поднимется и. Война. Вот русский бунт. Вот. Да, русский бунт. Бессмысленный, да, вот, беспощадный. Да. Угу. Ну да, хотелось бы, чтобы хотя бы на это они могли. Угу. Вот на это вся надежда, ну, если в формате. Война еще не закончится, к сожалению, завтра. Она растянется на какое-то время. Опять же, какие советы для длительного вот какого-то периода, чтобы сохранить нервную систему, чтобы ко дню победы мы все были в здравом уме, в трезвой памяти и могли достойно встретить День Победы? Ну, что вам сказать? Каждому на своем месте заниматься своим. Вот предпринимателям выйти на работу, ну, там, парикмахером стричь, я уже тоже так мечтаю попасть, да, там, бродобреем брить, сапожником чинить обувь, военным воевать, психологом, ну, консультировать, да, там, печь хлеб людям, которые этим занимаются, ну, и потом, и в этом будет смысл, мы к этому придем, и тогда в День Победы мы не будем измотаны очередными пролистываниями новостных страниц, да, вот, а сможем просто обрадоваться.
Самое главное, каждому заниматься своим делом. И вот тогда можно, будет на день забросить свои дела, уйти в загул, там, целовать медсестер, как на том известном кадре, да, с американского парада Победы, да. Вот, ну не знаю, там, запускать шарики, да. Ну, я думаю, что многим теперь еще долго не захочется запускать фейерверки. Я очень на это надеюсь. Ну и, конечно же, обнимать детей, не только своих, но и тех, кто потерял родных. Вот. Благодарить военных, да. Там, ну, возможно, будут другие парады. Да, вот. Но с ощущением того, что мы все-таки победили. Спасибо вам огромное, Максим. Я думаю, что мы с вами еще обязательно встретимся. Хотелось бы встретиться с вами пораньше и после победы, но будем делать все для того, чтобы эта победа была как можно быстрее. Мы на своих постах. Все хорошо. Спасибо вам огромное. До встречи. Спасибо.